Сегодня у нас 30 июля 2017 года, утро, воскресный день, еще до богослужения. Вот Игнач у нас идет. Сейчас вот тут у брата Никита, вот мой дом, он там. Кто у меня тут привязанный, а? Кто привязанный? Ой, да палочку в рот взял, да доказать, что он умеет бегать. Подожди. Ураган, ну. Ой, сколько он здесь времени тоже сидит на привязи, на списание, по старости, у него родник с едой. Ну ладно, пошли. Вот Никита. Пошли гулять. Ой. Ну не верится, что его на прогулку стали водить. Он ему вообще не занимается. Три собаки водит, и я его не видел. Я думал, он там находится. А здесь какая-то визжит собака. Он мой голос услышит, наверное. Я даже не знал, что он здесь находится. Вчера только узнал. Но погуляй. Далеко ты не уйдешь, сейчас в церкви пришли. Ты же на мордника вообще не беру это, да? Вот он как. Ой, щурки ворочат умеет. Ну-ка смотри, вот сейчас щурку какую я ему дам. Только стоит пнуть. Ох она, щурка какая. Все, поперли. Так, свищок лишнее откуси. Топором хуже рубить, чем этот. Все, пошло дело. Он дорогой этим и занимался. Стоп. Сейчас я ему команду дам. Ураган, ко мне. Ко мне. Сидеть. Сидеть. Ну, лежать. 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 Главное, щурка теперь. Вперед. Ну все, команду все знает. Так, я щурку. Сейчас обдерет ее. Смотри, он шкурить начинает. Посмотри. Вчера торчат там корни. И не вытащишь никак. Он мгновенно выдрал, упирается и отрывает ее с корнем. Все, пошло дело. А ну-ка давайте. Хватит. Все. Вот здесь вот давай попробуем. Сидеть. 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 Неместно сидеть. Сидеть, куда пошел? Ну-ка иди на место. Я сказал на место. Ну! Сидеть на место. Совсем отсюда. Ну-ка, сидеть. 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 Он боится, что я уйду от него. Сидеть. Тут сидеть, сказал. Ну-ка, смотри, сидеть рядом. Сидеть. Я не уйду никуда, я не уйду. Сидеть. Лежать. Лежать. Не лежать. Лежать. У него страх. Опять привязан. Представь себе, всю жизнь быть вольным. Вот так. Но пошло дело. Курица здесь. Последнюю курицу здесь перепугает. Ну-ка. Что завертелся? Сидеть. Сидеть, хорошо. Стоять. Стоять. Стоять, стоять. Лежать. Лежать. Молодец. Голос.
Молодец, гулял. А вот отойти сейчас невозможно мне. Он истосковался так как. Это, видимо, ищет оправиться где-то надо. Понятно. Понятное дело. Туалет ищет. Все. Что у тебя глазки там? Глазки тут у тебя там. Ну-ка. Ну все. Подождите. Но! Еще и... Что такое? Что у тебя тут глазки? Ударился или еще? Ну-ка, подожди. О, пошли, а то некогда уже. Ну, маленько побыли. А вот если я возьму полено, да бросить, тут он меня шибет за это. Ну, подожди, вот она. О, это бесполезно делать. Нет. Да-то вон любят эти березы иногда согну. Вот такая вот прыгает, пока не оторвет. Все. Все. Давай, неси. Апорт. Апорт. Бери. Апорт. Бери. Пошли. Молодец, молодец. Я с ним буду дальше ходить. Сейчас только маленько прогуляться. Ему надо сейчас, чтобы покупался, сила вышла. Представь, сидит он сколько, Сергей, уже больше недели здесь. Я его ни разу не видел на прогулке. У него свои привычки. Вот проехал от Дальнего Востока, от леса, это, Владивосток, Находка, там искупался он в море, в Тихом океане. И был в Лиссабоне, Атлантический океан. Ну, найди такую собаку. Прошел Турцию, с той стороны Черного моря купался, плавал. Там ребятишки были, смотрели. За счет ребятишек много было, а тут сразу уменьшилось. Он в каналах в разных, в реке Дон, там Вол, не знаю, где только он не купался. Плавали мы, вот Севан озеро, где 40 мучеников были. Какой ветер был, волны, и мы купались с ним. Больше никто не купался. О, в канале в разных, а канал, он скользкий, никак, приходилось вытягивать. Видишь, как смотрит посторонние здесь. Везде он охранял нас, отдельно привязывали. Везде, кроме Уссурийского края. Там нельзя было оставлять. Там тигры сразу съедят. Ну, еще он, допустим, ну 40 килограмм, есть, нет в нем. А тигр 330, 10 раз, считай, больше. Вон как. Ему надо зубы тащить. Так, все. Все, говорю, ко мне рядом. Рядом. Сидеть. Успокоился уже повыше. Хорошо. Рядом. Хорошо, молодец. Замечательный песик. Пойдем домой. Пошли. Все, привязывай тебя, нам в храм идти надо. Пойдем. Вот утром каждый раз. Когда они спят намного дольше, а мы с ним выйдем, тренировались. Он приехал после первой поездки, стал чемпионом Сибири. Защитная караульная служба, там общая подготовка. Вторая большая, но я каждое утро с ним занимался, вечером. Второй раз приехали, когда стал чемпионом России. Это на полу не валяются такие, да. Так, стой спокойно, руками не маши. Он вот так, он даже не победитель тебя. Пошли. Вот так. Мне некогда, так что пошли. Это Павловы тут были. Апартаменты. Сейчас никак, а потом я тебя возьму. Сейчас придем, время выберу, если...
вот это закручивать надо вот так, чтобы не сошло оно. А этот снять, вот так на себя надо оттягивать. А это вот сюда повесить. Все, вот так. Ну-ну-ну-ну, не балуйся. Ну все. Ну я приду потом еще. О, вчера что он делал? Я думал, он такие вопли издавал. Мне казалось, он сердце не выдержит у него. Он запертый. Человек, который привык к свободе, начальник, вот запри какого-то сейчас такого путешественника большого где-то. Но это же смерть для него. Видишь, медицинский лопушок. Руки вытер. Все. Во славу Божию. Вчера я разговаривал с Осей, еще там зашивать надо. Надо доски такие, чтобы одна на другую наплывали, как, ну, четвертинку выбирать или половинку. Как это сделать, тоже не знаю пока. Дом-то тот обшивать надо. Иначе его размоет и ничего не будет. Ну что, отломилась, вот мы хотели, чтобы она выросла, вот она засохла, потому что уже отломилась. Яблоня вроде бы росла сколько дней, засохла, по ветер сломала буря, когда была. Ну и все на этом. Смотри, промен наш выживает.